Доброго времени суток, друзья! Приветствую вас на канале 899 Gaming Channel. Простите, что получилось немножко дольше, чем обычно. Несколько было оповещений о скором начале стрима, потому что у меня были технические проблемы, но они уже решены. И, значит, мы сейчас с вами вместе будем продолжать проходить Forza Horizon 5, новый сезон, десятилетний юбилей, влажный весенний сезон, по-моему, если не ошибаюсь, так называется. Так, вчера мы начали проходить, у меня есть стрим. О, Damnation, привет, бро, привет. Как дела? Как дела, Юр? Нормально все, хорошо? Так, люди потихонечку заходят. Круто. Нет, конечно. Нет, конечно. Как говорится, не прошли. Конечно же, можно. Отлично. Спасибо, Женя. Спасибо. Еще раз привет. Да, ребят, всем привет. Наконец-таки запустился. Да. Юр, конечно, можно. Я специально из-за этого вчера сам не проходил, чтобы с вами вместе. У меня практически все, ну, как бы, вот два чемпионата здесь. Потом вот здесь еще есть вот один чемпионат. Как минимум три гонки у нас еще есть. Я прошел только лишь индивидуальные. Ну, и триал вчера мы прошли. Так. Здесь вот описано, что... Dodge Viper GT 2013 года. Оцените его центрально-моторную компоновку с 10-цилиндровым движком на... Что выдает, что... В общем, так. Спасибо, спасибо, спасибо. Спасибо большое. Dodge Viper GTS 2013. Спасибо, спасибо. Все взаимно, все взаимно. Всем нам хорошего субботнего вечера. Так. Секундочку. Вот так. Все. Лайкосик. Все тоже. Ой, куда Танюшку дел? Как куда? Ой, этот. Секундочку, секундочку. Да-да-да. Танюшку вы не слышите? Сейчас на экране не отображается. Сейчас. Сейчас, ребятки. Вот, все, сообщение на экране. Иногда бывает глюк такой. Давайте я еще раз попробую прокатать этот... Авусь повезет, а? Как раз пока все ребята зайдут. Сейчас. Да-да-да. Наша Танюшечка. Неотъемлемая часть, как говорится, нашего стрима. О, Эксин, привет! Таню слышно же. Ребят, вы не слышите Танечку?
Сейчас, я слышу. Секундочку. А, ребята, извините, пожалуйста. Сейчас. Блин, источник звука. Сейчас. Сейчас. Ребята, мой косяк, простите, пожалуйста. Все, теперь наша Танюша будет, как говорится, как говорится, все услышат Танюшечку. Добавить гараж. Добавим. Можете проверить. Написать какое-нибудь сообщение, чтобы наша Танюшечка озвучила. Так, заберем коллекцию машин. Додж. Пойдем, молим, где же наш додж? Логмайла 256. Раз, два, три, Танюша, говори. Танка РРР. Таня, ты почему такая обворожадованная? Так, сейчас. Ребятки, у меня... Private Dating Chat Girls. Chat Girls, хорошо. Сейчас я Chat Girls, а я Private Dating Chat Girls. Забаню. Быстренько. Private Dating Chat Girls. Private Dating Chat Girls 99. Спасибо, Людмила. Damnation. А что за машину вчера дали в подарок? Не могу найти. Танк РРР. Да. Так, а мы к нашему доджу попробуем. Ой. А, ну вот, Anniversary. Вот это, а, нет, это Anniversary Edition. А нам нужно просто... А, есть такой, да, вот у меня SRT Viper. Есть он у меня. Сменить машину. Не Anniversary, просто... 2008, вот. Сейчас. Логмайла 256. Эльман, я когда в катке, то я не могу за чатом следить. Поэтому такой себе я мега. Не-не. Валерию отдай модерку. Так я ему дал, он отказался. Не знаю почему. Постеснялся вроде бы. Не, это нормально, Людмил. Проблем нет, ничего. Как сказать, спам. Все, забанили, все. Не появится, надеюсь. Так, победите в шоссейной гонке за рулем Dodge Viper. И оцените его центрально моторную компоновку. Это, наверное, скорее всего, победитель. Это скорее всего на этот, на индивидуалка. Да, это индивидуалка. Так, ну, давайте тогда, ребят, вы готовы? Значит, это проедем с вами чемпионаты или подождем еще, ребят? Танка РРР, зачем забанили? Она всего лишь секаса предлагала. Дамнейшн.
Просто гонку пройди. Damnation. Пригласи меня. Конечно, приглашу. Нет, там надо именно победить. Так. Так, Юрий. Все, Юр, приглашение брошено. Ну что, ребят, покатаем эти чемпионаты. Damnation. Да, пройди один ее. Нет, то если я тебя пригласил, то уже. Ничего, я на потом оставлю. Ничего. Давайте сначала начнем. Пройдем пока эти гонки. Так, S1 900 Dodge. Лодмайла 256. Женя, ты с нами? А, Жень, да. Давай, бро. Damnation. Люда, приветик. Лодмайла 256. Юра. Так. Ну что, ребят, тогда втроем поедем. Жень, танцор. Не составишь компанию? А возможно, Женя уже ушел. Я минут через 15-20 присоединюсь. А, через минут 15-20. А у тебя сезон пройден, Юр? Юр, говорю, ой, извини, Жень. Не. Ну тогда. Давай тогда. Что делать тогда будем? Сейчас, секундочку, мои соперники. Ну почему? Это все. Исчезли. Тогда мы пока начнем, а потом ты присоединишься, бро. Damnation. Эльман, попробуй пройти ту неудачную гонку. Damnation. Подождем Юру. Первую. Ой, опять что со мной? Подождем Женю. Женю подождем 15 минут, чтобы вместе покатать. А я пока эту неудачную, которая первая самая интро была. Как Юра советует. А что скажете, ребят? Чтобы без Жени не начинать. Damnation. Да, мы подождем. Все, хорошо. Хорошо, договорились. Подождем Женю, чтобы... Лодмайла 256.
Давай первую побеждай, все. Машинку дадут. Все, ребят, по обоюдному согласию. Ждем Женю. Да. Танк РРР, спасибо. Damnation. Мы верим в тебя. Спасибо большое. Ой, ответственность-то какая. Не подвести друзей. No, bad нет, very bad. А здесь надо еще руку набить. Вот здесь вообще съезжать с дороги нельзя. Ладмайло 256. А то без Жени никак танцевать. Главный танцор. Да, да. Damnation. А я пока ачивку выбью. Ага. 500 кактусов во влажном сезоне. О, круто. Маломат 86 дней. О, Дим, привет. Привет! Круто, вот Диму тоже подошел. Дим, будешь с нами играть? Ладмайло 256. Дима. Маломат 86, Дмитрий. Буду. Круто. Ладмайло 256. Дима, ребята, давай. По-моему, получается. Ребята, по-моему, получается. По-моему, должно получиться. Ребята, по-моему, получается. Получилось, получилось. 2.08. Почти с первого раза. Так. Ладмайло 256. Значит, все-таки этого козлика там на старте не обязательно было обгонять. Так, сейчас давайте посмотрим. Так. Ой. Ой. Я этот растерялся от этого, как от перевозбуждения по своей победой. А то я думал, сейчас так долго будет. Так, где эта гонка вторая была? Или она здесь? Так. Напомните, пожалуйста, здесь у нас... Как там у нас?
Главу как надо было выбрать? Я вот забыл, чтобы все это мне не проходить заново. Ну ладно, по-любому у меня там, по-моему, там вторая гонка тоже на вторую звезду, на две звезды. А, вот. На минут 36 надо сделать. Damnation. У тебя везде по 3 звезды. Не-не, вот здесь сейчас, сейчас вот, вот это вот, я сейчас запустил. Там у меня 2, а остальные все 3. А здесь сейчас мы можем, по-моему, поиграть командой. Не обязательно выходить. You're gonna have to cut corners, because Darius will. Damnation. Я с тобой. Экран у каждого свой. Да, конечно. Bring it, Darius, if that is your real name. Listen to this absolute tune. It takes me back to Colorado. Опс, опс. Извини, извини, пожалуйста. Почему DS не работает? А, DS не работает, да, я этот, его не включил, бро, сейчас я сейчас включу его. Ой. Лёха Поиш 2,0. Ты лучше. Спасибо, Лёх. Спасибо, бро. А вы лучшие зрители и подписчики. Машина не управляется вообще, слово совсем. Лёха Плэйч 2,0. Когда папк? Папк был час назад. Doesn't matter who you are or what you are driving. Bring your ride and bring your friends and get down here. Лёха Плэйч 2,0. А. Let's book it to the festival. Стрим есть на канале, можешь посмотреть.
Так, что-то долго загружается. Damnation. Черный экран и у меня, но музыка в игре поет. Да-да-да, все. Две тачки, тачка в тачке. Очакова? Очакова? Наверное, не успеваю. Да корыто вообще, корыто конкретное. На дерево забрался. Надо бы заново проходить. Ты смог доехать? Нет. Давай повторим. Сейчас заново сделаю. Ничего не nice. Фигня. Damnation. Это тачка, которая дается в первой части Forza. Да. Одна звезда. О, Микадо, видите, круто. Минута 20 секунд проехал. Валерий классно ездит. Почему он с нами не катает? Давай заново еще раз попробуем сделать это.
mysterious guy. Champion of Horizon Colorado 2012. Yeah, he does not play well with others. When I say he does not play well, I mean, well, he basically cheats. You're gonna have to cut corners, because Darius will. О, Стас, привет, брат. Не хочешь составить нам компанию? Мы сейчас Женю ждем. Он должен подсоединиться. И будем играть чемпионаты. Сезонку в пятой форзе. Давай, брат, тогда давай вместе проедем. Он сейчас, наверное, через минут 5 уже будет. Так, здесь обманный маневр. Срезаем. Стас Грома. Ура, ура, 10 лет вторая. Да. Всем привет, ребята. Десять лет. Привет, Стас. А по дороге не вариант, да, выиграть? Show me a sign. Don't
здесь реально, если ты врезался, надо откатывать обратно. Логмайло 256. Жду вас. Все, все, Людмилочка. Сейчас. Ничего, это я потом это сделаю. Логмайло 256. Просто доедь. Да. Че, выйдем. Это потом. Это индивидуалка. Там, когда врезаешься, можно от брата откатывать, чтобы этот, как говорится, идеально. Логмайло 256. Все готово. Стас Громов. Привет, Людмила. Как вау! Damnation. Умничка, Люда. Спасибо огромное. Спасибо, Людмила, спасибо. Вообще избавила от страданий. А я-то не понял. Наф, став с нами. Сейчас ждем только Женю. Логмайло 256. Резала как могла. Спасибо огромное. Опс, извиняюсь. Я в колонне. Да, конечно, Стас. Мы сейчас еще Женю ждем. Женю танцора. Dodge S1-900. Танк РРР. Друзья мои, я прошу прощения, но я не смогу присоединиться. Извините, что заставил ждать. Никаких проблем нет, Жень. Абсолютно никаких. Глючит безбожно. Что глючит? А почему глючит? Я пока сам не понимаю, что ее нужно. А, все, Дима. 76, Дмитрий. Подожди, сейчас подключусь. Хорошо. А ты драйвера не обновлял недавно на NVIDIA? Возможно, из-за этого. Логмайло 256. Женя, все бывает. Значит, будешь зрителем, конечно, если время и дела позволяют. Танк РРР. Окей. Damnation. Это обнова игры, многим крашит игру и все глючит. Скоро выйдет новая обнова.
Так. Дима тоже здесь. Ну все, ребят. Оп, сейчас, секундочку. Ну, значит, можно. Жаль. Был бы Женя с нами, у нас был бы полный сквад. А Кирилла нет почему-то тоже. Кирилла. Так. Леха Плыч 2,0. А ты без ДС. Так. Леха, специально для тебя. В ДС я. Вошел. Леха Поич 2,0. Нет. Стас Громов. 2008 года Додж. Да разницы нет. Там написано было Додж S1900. Любой Додж. Я просто. Окей. Любой дождик. Доджик. Доджик, доджик. Ну что, поехали. Леха Поич 2,0. 4Q. А что такое 4Q? Кря-кря, ай-ай, кря-кря, извиняюсь, извините, пожалуйста, дорогие друзья, товарищи. Ой. Кря-кря. Ух ты. Чего себе ботинок. Субтитры
Ребята, молодцы. Людмила, супер. Дима, Юра и Стас. Только я отстал. Стас Громов. Ладмайла 256. Эльман, а ты ехал ботов отгонять? Да. Я постарался ботов обогнать, но не всех получилось обогнать. Ой, Юр, извиняюсь, я думал, это кто-то из красных. Номерной знак мой посеяли. Ой, дорога так мокренькая, мокряная. Стас в конце, наверное, КТ пропустил. Опять я спойлер посеял. У Людмилы Dodge просто зверь. Да. Damnation. Люда молодец. Везде первая. Машинка супер. Майло 256. Машинка супер. Стас Громов. Я вылетел. Как вылетел? Так. Давайте глянем. О, барракуда. Ух ты, вот она. Только недавно фильм смотрел про барракуду. Примут барракуда. Антонио Бандерас играет, ребят. Если так и называется, барракуда. Если будет возможность, посмотрите, неплохой фильм. Барракуда.
Стас Громов. Давайте дальше. Ну, конечно. Только вперед. Так, это мы прошли. Ага, спасибо. Логмайла 256. Настройку на нее поставила. А там такая лавочка здоровая, но катает. Так. Ну что, ребят, сейчас секундочку, я микрофон перевел микрофон на настольный. Так, у нас здесь Retro Muscle Car C600. С вашего позволения, яблочки захотел поесть. Спасибо большое, Нио. Спасибо. Логмайла 256. Ну не могу я, на стриме не есть. Приятного, Эльман. Извините. Совмещаю приятность с приятным. Да. Стас Громов. C600. Да-да-да. C600. О. Кирилла. Дизайны. Возьму. Стас Громов. После доджи это ведро с болтами. Согласен.
сложно будет ехать. Логмайл 256. Есть машинки в C-классе, но никак не ведра с болтами. Стас Громов. Как сказать? И типа как у чуди, медленно разгоняются. Извиняюсь. Сори. Стас! Стас! А, Людмила. Может, ночью кто за мной? Думал, перекрывать ли дорогу или нет. Финиш виднеется.
Ну, конечно. Стас Громов. Это всего лишь игра. Естественно. Хорошая игра. Хороший яблочек, хорошая игра. Стас Громов. Да-да-да. Это меня решил подтолкнуть. Ну, у этой машины реально хорошее управление. Хорошо рулится. Это накатки, да? Дима от меня повернул. А, не, не Дима, сори, это Людмила. Черная машина. Победа! Юр, молодец. О, шел бы фордаре. Стас Громов, молодцы. Да, мы все молодцы. Лодмайла 256. Эльман, ну чуть прижалась спецом-то. Всегда пожалуйста, всегда пожалуйста. Мое плечо, как говорится, всегда. Всегда готов.
Так. Стас Громов. Теперь Шелби. Так. Это потом сфоткаем. Шелби? А какой Шелби у нас еще остался? Давайте этот, проедем. А что тут? А нет, пройдено. Давайте проедем в этот. Ага, да, мы вчера наверное, проходили. А, вы прошли уже. Угу. Hot Wheels. Damnation. Давай триал и два чемпионата еще. Один в Hot Wheels. Ага. Конечно. Damnation. Не все же прошли. Поиграем, ребята, все поиграем. Давай сначала в Hot Wheels отправимся, а потом обратно. Damnation. Бро, давай еще разок. Поедем. Стас Громов. У меня закрыт Hot Wheels. Блин. Ну, да, у нас здесь буквально один этот чемпионат. Мы обратно вернемся. Дима, почему? Не, Стас, мы вернемся ну, сейчас. Ладно, конечно, играйте. Мы сейчас вернемся. Сейчас буквально одну эту закроем. Маломат 86 дней. Я после Hot Wheels подключу. Окей. Стас Громов. Окей. Своего рода рекламная пауза. Сезонный заезд. Где там? Там всего пару гонок будет. Не знаю. Че это, где они тут? Ай, где ты, чудо-юдо? А, вот. S1900, страна США. Любая американская машина S1900. Лодмайла 256. Дима, я забыла. У тебя Hot Wheels нету. А. Damnation. С 1900 США. Да. Так, S1. Что тут у нас есть? Блин, Toyota тоже США. Hmm.
Damnation. Да. Dodge, Ford и Т. Д. Сейчас выберем. Танк РРР. Приятного аппетита. Спасибо, бро. Ускорение 9 они торможения. Ну ладно, что я это делаю? Давайте. Сейчас я быстро его затюню. Фу. А их не нельзя затюнить, что ли? Ну тогда извините, ребята. Так, задний привод нет. Сейчас, почти. Ну все, на Акуре поеду. Акура. А, ребята, вы не переместились в этот Hot Wheels? Это временно.
Поехали, побыстрее. American boy, песня была. American Joy. American boy. For all this time. Оп. Вау. Это сумасшествие. Только первый круг. Да уж. На этой машине большего не сделать, больше не тянет. Бедный бот заблудился.
Проехали. Людмила. Damnation. Люда. Вау! Ух ты, ну и длинный круг, а? Какой смысл здесь ставить КТ, если здесь вообще невозможно резать? Не пойму. Thank you.
Ребята сильно оторвались от меня. Да, моя машина сейчас хилая. Я езжу вместе с ботами. Людмила, супер. Damnation. Люда, за тобой не угнаться. Я не успею финишировать. Ай, да прям на финиш остался. О, Егорка, привет! Привет всем. Damnation. Привет, Егорка. Так. Да нет. Секундочку, ребят. Тут еще одно задание есть, по-моему, да? Если я не ошибаюсь. Так, что это у нас? Радар. S2. Все что угодно. 418 километров в час. Так. Логмайла 256. Эта машинка супер. Попробовала ее первый раз в Hot Wheels. Очень хорошая машинка. Класс. Так, давайте я сейчас... Логмайла 256. Егорка. S2 998. Damnation. Давай потом чемпионат США рулит. Да, хорошо. Окей, конечно. Сейчас я быстренько этот радар пройду. А, смотри. А говорит все что угодно. Вежливый Егорка Р. О. Привет, Людочка, солнышко.
Запрещенная машина. Стас Громов. Я вас жду, не забудьте про меня, пожалуйста. Нет, конечно, Стас. Конечно, как мы можем забыть? Нет, конечно. Сейчас быстренько, я буквально этот радар пройду и все, и возвращаемся, и to be continue. Я просто одну вещь не пойму, почему радар не показывает. Пишет же S2. Пишет S2-998 все что угодно. Damnation. Да. Я проходил на Джеско. Все. Так. Все пройдено. Так, давайте теперь США рулит. Да. По многочисленным просьбам. Помните, как телезрители, как в советское время говорили? В редакцию прислали очень много писем там. Может, даже никто ничего не посылал. Раньше так говорили. Вежливый Егорка Р. О, я забрал Дордж желтый. Круто. Так, сейчас я быстренько гляну. Стас Громов. Егор Каприв. Страна США А-800. Ой. Вежливый Егорка Р. Стас, привет. Сейчас выйдем, сейчас выйдем, ребят. Димы нет, Стаса нет. Сейчас. Сейчас я выйду. Ребята, выйдем, да, чтобы
ребят забрать. Ребята, выйдем, чтобы ребят забрать. Вливаем. Ну что, друзья? А, пригласить. Меня пригласи. Хорошо. Так, все. Вот. Другое дело. Круто его, то, что забрал. Мы, у нас глухо, как в танке. Damnation. Жалко, в игре нет конструктора машин. Угу. 5-6 управляемость. Damnation. Самому Франкенштейна сделать. Угу. Надо решаться, решаться. Стас Громов. Не успел полный. Привод поставить. Ну ничего. Здесь не обязательно сухо.
Так, что это такое? Что не поделили? Что не поделили, ребята? Radiant Diva. Тута. Radiant Diva. Я. Тута я. Welcome. Как дела, Бобер? Radiant Diva. Добрый вечерок. Добрый вечерок, добрый. Damnation. На грунте потерял управление. Radiant Diva. Нормально. А, Андрюш, у тебя есть эта игра? Да на заднем нереально ездить. В этом, то есть пятерка. У нас есть место свободное. В нашем скваде. Пятерки и нету денег. Ну ладно, ладно. Radiant Кстати, Diva. Как с поисками работы? Есть успехи? Порадуешь? Radiant Diva. Нету. Жаль, но ничего, значит, все впереди, еще впереди найдешь обязательно. Radiant Diva. Найду, куда я денусь.
как вам от первого лица, ребят? Так тоже интересно смотреть. Кого-то реально в тачке едешь. Что со Стасом? КТ пропустил. Даже отражение в лобовом стекле сделали, ребят, вообще офигеть. Такая детализация. Видели, да? В лобовом стекле отражается руль с руками. Как настоящие тачки. Два лидера колонны. Дима и Людмила. Лодмайло 256. Да. Андрей, привет. Стас Громов. Задний привод – это нервяк. Да. Так, ну что тут у нас? Так, давайте эту фотку сделаю. Или нет, что у кого еще что не пройдено, ребят? В Триал поедем? Кто за Триал? Скажите. Damnation. Триал остался у кого-то. Угу. Стас Громов. Можно? Давай тогда в Триал. Ясно. Лодмайло 256. Я за любой кипиш, кроме голодовки.
used to run and play. Look at all the mess we made. Guess I never know where it went wrong. Лодмайло 256. Только в Триале у меня такой себе результат. Я не умею на стоковых кататься. Ничего. Мы же команда. Уж если ты не умеешь, то я подавно. Но с нами Дима. Он поможет. Лодмайло 256. Стас тоже прятает. А у меня конкретно мексикана. Лодмайло 256. Эльман, три да. Заключительные сегодня для меня. Потом я спать. Да, скорее всего, тоже. Людмила, я тоже, в принципе, наверное, третью часть сделаю уже в среду, когда уже полностью все откроется. И Нью-Йорк тогда буду проходить. Ой-ой-ой. Так что, в принципе, сегодняшний стрим, я думаю, тоже после триальчика завершим. Завтра тоже мне на работу. Завтра работаю. Все. Теперь мы впереди. Планеты всей. Ой, КТ пропустили.
Антония. Антония, не смей меня обгонять, Антония. Имей совесть. Справедливо еще говорят, что нет, плохо получается. Отлично получается все. Мы так быстро финишили, что нам не суждено доехать до финиша, по-моему. Или нет, не получится доехать. И на этот раз, по-моему, успеваем. Одни голубые полосатые Шелби Мустанги. Логмайло 256. Катя чихнула, но догнала вас. Это не каждый, на это не каждый способен, поэтому ты прекрасно водишь. Просто сложная. Здесь вот мокрая поверхность, вообще чуть-чуть не так нажал, все закрутит. Здесь как будто бы гололед, реальный как будто гололед. Я говорил. На газ не полностью надо жать.
Sorry. Привет, привет. О, привет! Как дела? Алло. Эльма. Да-да-да. Я слушаю. А, секунду, секунду. Алло. Сейчас. Эльма. Привет, привет, как дела? Привет. Мы тоже сейчас папку собираемся. Папк? Да. А, ну я этот. Я сейчас в данный момент. Вот у меня сейчас стрим буквально. Через, наверное, минут 10 по форте заканчивается. Я без, ну, без стрима в PUBG заскочу к вам. Давай напишешь. Окей, окей. Ага, договорились. А еще, еще Стас одна, Громов. Еще одна. Я тоже спать. Стас Громов. Это такая трасса. Стас, это не только ты. Это трасса такая. Она типа как зимний гололед. Такое впечатление, как будто не вода на асфальте, а моторное масло. Вежливый Егор КФ. Да. Кто спать? Стас Громов. Мокрый асфальт. Да, после после этой катки Людмила, Стас. Йоу, как в прошлый раз, меня на дыбы подняли вообще, как вообще никого меня на руках носили.
Ё-ё, только не это. Я умудрился пропустить КТ. Damnation. Всем спасибо, друзья. Люблю, обнимаю. Спокойной ночи всем. Ага. Так, ну что, у нас сезон почти пройден, да? Стас Громов. Всем спасибо, ребят, спасибо за игру. Всем спокойной ночи. Хорошего воскресенья завтра всем. Отдохнуть, кто будет на работе. Приятного рабочего дня, как и мне. Завтра я на работе. Эльман, спасибо за стрим. Не за что, ребят. Ну, я думаю, этот пятерку я завершу в среду, когда там откроются все ежедневки. Эльман, спасибо. Не за что, не за что. А так, может быть, еще на днях четвертую сыграем, ребят. Четвертую, в четверку мы поиграем. Сезонку пройдем. Всем всего хорошего. До новых встреч. До свидания.